Сегодня губернатор Сергей Морозов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Павлом Дегтярем и депутатом законодательного собрания Ростиславом Эдвардсом. Стороны обсудили законопроекты, принятые областным парламентом накануне. Первый документ сохраняет меры соцподдержки вне зависимости от возраста выхода на страховую пенсию. Пользоваться льготами смогут, в частности, ветераны труда, отдельные категории специалистов, участники боевых действий и другие категории граждан. В целом изменения коснутся порядка 6 тысяч жителей. Вы действительно большие молодцы, потому что вы первый в Российской Федерации, кто разработал и принял меры социальной поддержки, которая предоставляется гражданам при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Второй закон связан с предоставлением земельных участков многодетным семьям. Документ отменяет критерий нуждаемости, поэтому многодетные могут бесплатно получить земельный участок для строительства жилого дома или ведения подсобного хозяйства. На этом работа не заканчивается. Глава региона призвал проработать дальнейшие социальные меры поддержки граждан. Какие меры поддержки мы должны будем принять в ближайшее время, либо на законодательном уровне, либо на уровне правительства Ульяновской области.